чашку наливаем 2 стакана молока и 1 яйцо. Взбиваем и обмакиваем черствый хлеб. Сковорода предварительно нагрета. Масло лучше брать растительное. Когда одна сторона обжарится, мы их переворачиваем. И самое главное теперь, тайна моей кухни. На каждую гренку я кладу кусочек масла сливочного. И посыпаю сыром тертым. Теперь все это удовольствие нужно накрыть крышкой. Огонь можно немножечко убавить. И когда сыр расплавится с маслом, гренки снять. Думаю, что уже все готово. Да, сыр расплавился, масло распустилось. Готовые гренки перекладываем на блюдо. Приятного аппетита!